Лина, у тебя нету разменять 100 рублей? Нету. У меня сдачи нет. Возьмете лотерейный билет? Давайте, пожалуйста. Берите лотерейный билет. Я не понял. А что такое, а? Нефть вон дорожает и дорожает в баррелях, да. А у нас сдачи нет, разворовали всю страну. Ну ладно, ладно, а вдруг повезет и выиграем. Вот смотри, какой у меня номер необычный и запоминающийся при этом. Он начинается на шестерку и заканчивается на шестерку. А это знак. Знаешь почему? Потому что мне на шестерке всегда везет. Как был шестеркой в своей ветлечебнице, так и остался. Нормальные парни в твоем возрасте уже вон. Слонов кастрируют, кенгуру, лосей разных, а ты все на котиках тренируешься. Вот. Выиграем миллион. Посмотрим, кто из нас шестерка. Да, да, конечно. 2 миллиона. Вы мне бумажку дайте, что завтра я приду, вот верну вам ваш билет, а вы мне сдачу мою назад. Пишите. Хамство процветает просто. Спасибо. Так. Всероссийская лотерея. Золотой лимон. 4-5. Вот зараза, а! Так и знал, что не выиграешь ты, а? Так, а кто у нас тут? Главный приз. Миллион. Номер 605. Чего там Саша так говорил? Он начинается на шестерку и заканчивается на шестерку. Это же... Сашин билет. Где билет, Саша? Сейчас. А, вот он. Так, ну давай, так. 6. Чего? Ну, что там? Саша. Газом пахнет. Ой, угорим сейчас. Не дай бог спичку зажечь. Так рванет. У меня нюх изумительный. И вот ты идешь ко мне. Я за 10 минут чувствую, Саша идет. Псиной пахнет. Пахнет газом. Ой, люди дорогие. Вроде... Ой, как газом-то у нас пахнет. Газиком пахнет. Подожди. Каким газом у меня плита электрическая? Да, Саш, ты не скажи, бывает, что электричество так газом пахнет, как шандарахнет газовое электричество. Уши поотрывает, руки, ноги, да. Вась, так что с билетом? А-а-а, с билетом, я-то думаю. Про чего ты здесь говоришь? А ты про билет какой-то. А ничего, Саш, ничего не выиграл, да, ничегошеньки. Ну-ка еще раз проверю. Совсем ничего, еще и должен в сберкассе остался, да. Погоди, Вася, это же не мой билет, у меня... Билет на шестерку начинался, и шестеркой заканчивался. Вась, так вот он как раз и выиграл-то. Чё? Билет тот мой, который на шестерку и на шестерку начинался и заканчивался. Вась, ты подменил мой билет? Саша, как ты мог? Да и неужели ты думал, что я такой подлый человек, что мог у друга выигрышный билет тащить мог? Не мог. Тогда покажи мне свой. Нет, у меня его. А где он? Он дома у меня. В туалете лежит, вообще не нужно никому. Тогда мы сейчас идем к тебе домой и убеждаемся, что твой билет не мой билет, а мой билет не твой. Ко мне нельзя, Саш, нельзя. Почему? Бабушка приехала. Да, старая, с клюкой. Вообще посторонних не... А! У меня дома Серега Пержо. Пержо? Да. И что он там делает? Он не один там. Он там с девушкой, ага, любовью занимается. Я, понимаешь, добрая душа, я квартиру им сдаю на час под 300 рублей. Тебе не нужно? Он девушку-то не может к себе домой привезти. Жена ругается, что-то опять, говорит, девушку привел грязную, да. С девушкой? А он мне говорил, что он давно уже ничего не может. Вот, Саша, мы не хотели тебя расстраивать. Сережа мне тоже жаловался. Это он с тобой давно ничего не может. А с Олей очень даже может, да. С какой Олей? С Приходьковской? А с какой еще Олей? Что, Олей много что. Так ты же говорил, что ты с ней. Я это говорил, потому что это так и есть, да. А раз это так и есть, значит, вот какой я человек. Я свою любимую девушку Олю отдал на растерзание этому скоту Сереже Пержо. Значит, я не мог украсть твой билет, да. Пока. Я с тобой дождусь, пока я не закончу, ты убедишь, что твой билет не мой билет, а мой билет не твой. Роу-роу, распу.
Путина. Вася, ну все уже, хватит. Мы 3 часа тут сидим, ты одну и ту же песню поешь. Да. Звони Сереге, пускай кончает. Вот что ты за человек, Саша? Просто человек-суета. Там, может быть, у Сережи только личная жизнь начинается. Ты им кайф ломаешь. У меня тоже был кайф с билетом, пока ты мне его не сломал. Звони. Не буду. Ладно, давай телефон. Ну смотри, сейчас он меня пошлет на 3 буквы. О, алло, Сережа, Сережа, я надеюсь, вы там с Олей у меня в квартире уже заканчиваете? О, что, только помылись, только брюки сняли, только начинаете? Только начинают. И надолго вы там? Ой. На всю ночь, говорят. Ну ладно, давайте аккуратнее там, диван мне не сломайте. Ой, как я устала, как я устала, как я устала. Как меня задолбал этот театр. Ох, ну я не могу. Ритулик. Что? Мамулик. Что? Ты представляешь, только что позвонил мне Задов и как-то странно сказал, как будто бы я с Олей Приходьковской в его квартире занимаюсь... интимом. Фу, какая гадость! О, я так же и сказал. Фу, какая гадость! Ну что? Но ведь я не занимаюсь. А, я все поняла. Значит, пока я в театре, на гардеробе, таскаюсь с этими пальто, в это время ты у Задова с этой Олькой занимаешься вот этим, как ты сказал, вот этим... Фу! Какая гадость, я сказал! Кобель-многостаночник! Как мне... я в одном спектакле говорил! Мне и с одним станком не справиться! Вот это-то я знаю! Я все поняла, бог мой! Овечкой прикидываюсь! Я не могу! Со мной овечкой! А там хвост распускаешь павлиний, да? Я сейчас спущусь и разберусь! Ты еще не представляешь, что я с тобой сделаю! Ой, я еще сама не представляю, что я с ними сделаю. Это не мои трусы. А чьи? Кеша, ну перестань! Ну, откуда в нашем шкафу взяться чужим трусам? Ну ты помнишь, что это у тебя тут дырочка была, помнишь? Это дырочка Задова. Я эти трусы как облупленные знаю. Ну что ты глупости говоришь, ну Кеша? Так значит, ты мне изменил? Да. Алло, Кеша, это Рита. Я только что узнала кошмарную вещь. Оказывается, у моего мужа и у вашей Ольги адюльтер. И встречаются они у Задова в квартире. А я тут при чем? Они же не у меня встречаются. Иннокентий, соберитесь. А, ей Задова мало. Она еще и с Пержо встречается. И вся эта оргия происходит дома у Задова. Какая оргия? Кто там? Дай мне трубку. Я сейчас тебе расскажу, какая оргия. Кеса. Оленька. Да. Это тебе. Кефа, мне спасибо. На твои похороны. Убью! Кефа! Убью! Нет, Кефа! Это ты с Задовом! Это ты с Задовом! Роу-роу, Распутин! Вася, все, я устал уже, да. Нервничать устал. Да. Выверни свои карманы, я убежусь, что у тебя нет моего билета и уйду. Вот что за человек, а что за человек? А нет уж, теперь ты никуда не уйдешь, да? Будем сидеть, ждать, пока Сережа там закончит тютельку в тютельку пристраивать. Дело чести, знаете ли, да? Вася, я требую объяснения. А это ты мне, дорогой. Сережа, объясни, сколько ты там еще будешь, так сказать, париться? С Олей. А мы здесь, между прочим, сидим на холодном полу, простатки свои простуживаем, а? Я ни с кем не парился, Вася. Чего ты там опять придумал? А, придумал! Значит, это все-таки ты спер мой билет. Так, Саша, странный человек, ты понимаешь, да? Кажется ему, что билет его лотерейный 1 миллион выиграл. А Сережа, между прочим,
Честь дамы хранит. За водкой для Оли бегал, да, Сережа? Да, я ходил за водочкой. Да? Ну, а где водка? Я пошел за водкой, за водочкой. Ну и вспомнил, что я деньги забыл. Вот. Ну и пришлось вернуться. Вот я что-то только не понимаю, а кто тогда дома? Ой, какой ты все-таки тупой. Кто-кто? Дед Пихто. Шутка. Оля дома. Оля. Оля дома? Пусть тогда откроет и покажешь мне второй билет, и я уйду. Сережа? Софа? Вася? Я не поняла, а что у вас тут происходит? Любимая, боже мой, как я тебя люблю. А где ты была? Я дома, но... А, да, ну да, ты просто увидела, что я денежки забыл и побежала за мной. Но мы разминулись. А, да, да, ты послал в угловой, да. Вон. Вот, а я подумала, что он в гастрономе. Точно, так оно и было. Бред какой-то. Ну, вот раз так, давайте зайдем в квартиру и посмотрим, есть там мой билет или нет, и потом я уйду. А какой билет? Ай, Саша! Ух, Саша, люблю я, ух! Спать любит. Спал, вдруг ему приснилось, что его лотерейный билет выиграл миллион, а я, плохой человек, подменил его билет на свой плохой. Вот так. Миллион? А ты его подменил? Ай! Такое оскорбление бросит мне прямо в лицо. Прощайте, товарищи, я иду кончать жизнь самоубийством через мусоропровод. До свидания. Как я вас спрашиваю, я мог обмануть своего лучшего друга, а? Вот пошли и узнаем, можешь обмануть или нет. Ладно, ладно, я пойду. Да. Дверь у меня открывается просто так. Вот так вот и открывается. Слушай, я сразу понял, что это. Кудачка нам не Вася позвонил и сказал, что мы с тобой сексом занимаемся. Царитка очень удачно позвонила моему кефу и сказала, что мы любовники. И очень удачно отвлекла моего кефу от Васиных трусов, которые он нашел у себя в шкафу. Да и черт с ними! Если Васин билет действительно выиграл миллион, мы его пополам разделим и найдем себе новых музей или зон, в конце концов. Да? А если этот твой билет выиграет 100 рублей, то 100! Значит, я потеряла мужа за 50 рублей! Так! Тихо, ты... Значит, ты уже отдаешься не за деньги, а за лотерейные билеты, да? Ага. Смирно? А зачем? Смирно! Пожалуйста. Я просто хочу тебе, подло в ботах, дать сдачу. Вдруг ты переплатил. А этот лотерейный билет я возьму себе. Вдруг он выигрышный. Это будет компенсация за мою поруганную честь. Серёжа! Что ты, Серёженька? Ну что ты? Плохо мне. Чувствую я, что закончу жизнь твоим сутенером. Кис, как ты молод! Серёжа! Текст нету. Здесь, да? Текст нету. Ну, короче, нету. Вот люди, а, сперли у меня билет лотерейный. А вдруг он выиграл? Нет билета, нет. Ну и что, Вася? Ты карманы выворачивай. Ой, ну, слава богу, шок, это по-нашему. Да, давай, оскорбляй меня. Раз ты мне не веришь, давай. Смотри. Пустой. Смотри. Это бумажка туалетная, на всякий случай, стиранная. Пожалуйста. Мамочки, дорогая, билет нашелся. Это... Ну да, это не мой билет, это плохой билет, это другой билет, который ты, Вася, как я сейчас понимаю, подменил. Где мой билет? Слушай, Саша, после всего, что у нас с тобой было, ты понимаешь, на что я намекаю? Понимаешь, хоть ты и пьяный был. Вот я считаю, что ты меня сейчас оскорбил. Пожалуйста, давай, живи у меня, ройся, ищи билеты, раскопки проводи, а мне... Ой, тик-так, видишь, часов у меня нет, а мне бежать, да-да-да. Но это не мой билет. Иди, я тут еще поработаю.
Ух ты! Ух ты, молодец! Молодец, Оля, здорово ты его приложила, как я тебя учил. Ха. Вася, это не я, это Кефа. Он прибежал сюда, отнял у меня билет. Ох ты, а. Вот карлик, лилипут, злобный карлик, лишь бы украсть чего-нибудь. Вася, а правда, что билет выиграл миллион? Ой, 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 мы на этот миллион. Ой, что мы с тобой сможем? Что значит мы с тобой сможем? А я? Ну скажи на милость, ну вот ты... Какое отношение имеешь к билету, а? Родственное! Я из-за тебя, кстати, Вася, семью потерял. Или мы выиграем с Келем поровну, или я все расскажу Сасе. Расскажи, расскажи, расскажи. До той милиции, которую я вызвал с собаками. Что? Что я слышу? Друга! Проверить. Собачками? Друга? Друга, у друзей билеты не воруют. Да не брал я, люди добрые. Не брал я твой билет, не брал я твой билет. Понял? Сережа может подтвердить, вот так. Подтверждаю. Ты откуда знаешь? Задов рассказал. Да? Ну и где тогда мой билет? Вот, как у классика. А был ли билет у мальчика? Миллион! Миллион! Да! Это Рита! Я только что своего ловеласа, изменника, выгнала из дома! Я тоже свою выгнал! Ты представляешь, твой Пержо с моей Ольгой за интим лотерейными билетами рассчитывается! Хорошо, что не деньгами семьи! Это как посмотреть! Лотерейный билет миллион выиграл! Миллион! Но... За успех нашего предприятия. Ох ты, ёлки. Вася, а ничего, что Саса всю твою квартиру перекуросил в поисках билета? Где жить-то теперь будет? Мелкий ты человек, а? Мелочный. Да я на такой выигрыш, я себе могу 100 квартир купить. Да, одну вот в Америке, одну в Азербайджане, да. Напоминаю, 100 билета у нас нет. Кефа его выкрал. Извините, граждане, правильно? Правильно, выиграл! Потому что кое-кто, мы не будем, конечно, тыкать в него пальцем в пятый размер груди, его прошлепал губежками своими прощелкал. Вот тебе иди попробуй своего кешек-карапуза наш билет назад выкрасть. Да. А если он мне его не отдаст? Или вообще меня убьет? Убьет, нам Сереже больше достанется. Шутка. А ты его соблазни. Сережа, я женщина порядочная. И я такими вещами не занимаюсь. Особенно с Кефой. Не понял. Он за тебе муж. Слушай, ну вот куда ты, а, курносый? Все лицо свое в очка пихаешь, а в чужие дела муж не муж. Ну какая тебе разница? А, понял. Ты сам с ней, да? Ну все, хватит. Я пошла. Ждите меня здесь. Давай. Да не расстраивайся, Василий. Выигрыш поделим. Другую себе найдет. Без кесы и без дефектов. Какие-то Оле дефекты. Мы стеснялись тебе говорить, Вася. Но она же косая. Да и сыпелявая. Да ладно. А я вас разве вызывал? Рита! Какими залетными судьбами? Я могу окончательно влететь в твое гнездо? Ну давай, окончательно залети. Кешенька, я просто хотела увидеть тот злополучный билет, которым мой муж рассчитывался с твоей женой за интимные услуги. Билет, а чего на него смотреть? Чего на него смотреть? Ну, билет как билет, не хуже фантика. И вообще, я его разорвал и сожрал, чтобы он не напоминал мне о этой грязной истории. Кеша, он у тебя в руке. Точно, в руке. Сейчас я... Не отлипнуть. Понимаешь, я люблю мед пальцами есть. Если мой муж с твоей женой рассчитывался за интимные услуги билетом, значит, эти деньги принадлежат нашей семье. Ты это понимаешь? Минуточку. Моя жена твоему мужу интимные услуги предоставляла? Предоставляла. Значит, извольте платить.
а на халяву только мне полагается. То есть доход нашей семьи, денежки мои. Доход семьи, денежки мои, даже в рифму. А может, она схалтурила? Я же своего Сережу знаю, он привередлив. Риточка, моя Оленька даже Камасутру наизусть знает. Она даже предисловие цитирует. Это я тебе как мужчина говорю. Боже мой, фу, какая гадость. Ага. Слушай, Кеш, а что нам ссориться? Ну, понимаешь, ну, мы же могли бы как-то это, ну, ты понимаешь, я тебя отмою, билет отлипнет. То есть ты имеешь в виду поделиться билетом пополам? Кеша, я даже не могу себе представить, что твоя Ольга нашла в моем кобеле многостаночном. Да, я тоже думаю, зачем от такой женщины бегать. Вот и не я бегаешь, бы не бегал. И не бегай. Это, знаешь, мой девиз, береги честь с молоду. Ну вот и начнем. Стоп! Голос повышать будете, когда на горшке пыжиться начнете. Я ей еще раз спрашиваю. Почему вы в квартире гражданина Задова в одних-то трусах? Ну я же вам объясняю. Вася Задов украл у меня лотерейный билет. Мы пошли к нему домой, чтобы этот билет найти. А оказалось, что он предоставил квартиру для интима. Сережа Пержо и Оле, жене Приходько. Я попробую еще раз задать вопрос. Вы в трусах-то почему? Ну так я и говорю. Мы пришли сюда с лотерейным билетом и ждали Сережу и Олю, пока они закончат в квартире на личной клетке. А их здесь, оказывается, не было. Стоп, стоп, стоп. Мне кажется, вы недооцениваете потенциал наших женских тюрем. Почему вы, блин, в трусах-то? Да потому что пока я ждал вас здесь, я всю квартиру исполнил на карачках в поисках билета, а брюки снял, чтобы не потереть коленки. Ну вот, это так сложно было. Наконец я получил ответ по существу. Дальше что продолжать? Что продолжать? Вы меня уже сбили. На то я и во внутренний орган. Представитель закона, чтобы сбивать такую мразь, как вы. Значит, я понял, Задов сдает эту хазу малину под притон, да? Ну, какой притон? Ну, при чем здесь притон? Задов у меня украл лотерейный билет, все. Я к чему и веду? А почему, спросите меня? А почему? А потому. Потому что именно в хазах и малинах происходят вот такие вот правонарушения, всякого рода извращения. Что это у вас там вот висит, а? Теперь я понимаю, почему вы меня здесь ждали со спущенными штанами, да? Товарищ милиционер, хотите я одену штаны? Нет. Отсутствие штанов мы закрепим как вещественное доказательство вашей вины. Значит так, билет лотерейный, он... Что, правда, с выигрышем? Да. Так. Ложа супружеская еще не остыла, а он уже другую притащил. Да никого не притащил. Я никого не притащил. Рита пришла поделиться со мной горем, а я ее утешаю, утешаю, утешаю. Судя по вашим сальным рожам, акт утешения уже состоялся, да? Ревнуешь, девочка моя? Ты утешалась с моим мужем, я с твоим. В чем дело? Какие проблемы? Нет, никаких проблем нет. Кефа, отдай мне лотерейный билет и продолжайте утешаться дальше, пожалуйста. Оля, смотри, раз, два. Три фигуры за Мэри. Вот тебе билет. Нам деньги сами теперь нужны для экономической, сексуальной, творческой жизни вдвоем. Я вам сейчас устрою новую совместную экономическую жизнь вдвоем. Я вызываю милицию. Да звони хоть в МЧС. Милицию? На землёй ты береги. О чем я сейчас подумал, Василий? Это ведь я из-за тебя свою ритульку, мамульку, потерял. Здрасте. Я-то тут... Я-то тут при чем? Что значит при чем? А что эту историю про то, что я с Олей изменяю, придумал? Мама дорогая, а ты как бы хотел, чтобы я ей придумал, что ты со мной изменяешь? Я-то ничего не хочу.
Я хочу к своей Ритульке, мамульке домой. Ритулечка, мамулечка, хочу к тебе домой. Иди давай, скатертью. Это, нам больше достанется, понял? Сволочь ты, Вася. Я тебя сейчас ударю, понял? Ты меня? Да, тебя. Давай, давай! Подожди. Давай-то давай. Давай по мягкому месту, ну, чтоб следов не осталось. Давай. Ну что уставились на русского интеллигента? Разворовали Россию, да? Фу! Оленька, давай так. Я тебе отдаю билет, а ты Риту выпускаешь. А мы потом с тобой по-семейному все уладим, да? Ну иди, змеюка. Не заводи меня. Кеша, ты когда со своей супругой разберешься, позвони мне. Да, любовь моя. Бери ее! На! Ну ты гад! Товарищ мент, извиняюсь, товарищ милиционер, понимаете, мой муж Приходько с женой, с Сергеем Пержо украли у меня лотерейный билет, понимаете? Я не понял, а что это мы средь бела дня, ладно бы, ну, ночью, газон это топчем, а? Как вы не понимаете, мой муж, он украл у меня лотерейный билет, а я Ритку выпустила раньше, потому что они меня обманули. Не надо это дурака из меня делать здесь, вопросы задаю я. Кому мы газон это топчем, а? Да я не топчу, я не топчу, я утрамбовываю. Семена тюльпана, вот утрамбовываю я. А, ну вот, я по существу спросил, вы по существу ответили. Да, дальше что? Фу, да. На вас! Чёрт, вы меня сбили! А вот эта гражданочка была ошибочка. На ширинку-то поплевать внутренним органам, а? Я извиняюсь. Это что же будет, если каждый, проходя, будет мне плевать на ширинку? Я понял теперь, в чем дело. Вы со своим мужем, помимо воли человека, этого человека по имени Рита, удерживали у себя в запертях. И когда человек выбросил в окно записку с просьбой о помощи, вы со своим мужем, почуяв жареное, решили ее уничтожить. Человека? За записку. Товарищ милиционер, вы, очевидно, не поняли, что вы это делаете. Я, да, дорогая моя... Локализую опасность в вашем, между прочим, лице. Размер груди 5, да? Вот, на время следствия. Лотерейный билет сейчас где находится? Тихо. А как же я? Кира, ты мне только объясни. По-человечески, у кого мой билет? Без хамства. Я не знаю, где твой билет, а мой билет у твоей жены, которая сейчас получает выигрыш, чтобы поделиться со мной. Кеша, скажи мне, как это моя жена может поделить выигрыш с тобой?
Да-да, так я и знал. Ну что, устроили здесь притон голубятню? Я так и думал. Да мы здесь просто с дружком с моим. Разбирались, кто кому из нас изменял. Да, я вижу, вижу. Ух ты, он мушкой за дырочку прямо зацепился. Да, я вижу. Да, двое старых голубя решили разобраться, кто кому и изменяет на стороне. На подведомственной мне территории. Я сейчас вас не нейтрализую, ну, чик, ага, чик, ага, чик, ага, чик. А потом мы разберемся, что это за такой за замечательный выигрышный билетик. Девушка, пожалуйста, вам билет мой, он выиграл. Стойте! Стойте! Секундочку, девушка, это мой выигрышный билет, девушка. Нет, девушка, это мой билет, мой. Это мой билет. С чего он твой, Рита? С чего? Когда я лично спер его у Саши, рисковал, между прочим, жизнью. Ну как? Это билет мой, потому что мне его отдал Кеша. Понимаешь? Значит так, девушка, дайте, пожалуйста, отойди. Дайте, пожалуйста, мой выигрыш на мой выигрышный билет. Не слушайте вы его, девушка, это мой билет, мой. Это, секундочку, извините, нам поговорить надо, Рита. Ты такая красавица. Билет есть, там денег на нем, во. Так давай возьмем и поделим 90 на 10. Ой, я не знаю. Я обещала поделиться с Кешей. Мало ли кому я чего обещал. Я вон обещал поделиться с Сережей, с Олей. И где они сейчас? И где мы с тобой, а? Ну давай, что ты дурака-то валяешь, не а? Знаю. Ну давай, ну перестань, а? Подожди. Ну-ка хватит. Отойдите от окошка, то я сейчас вызову милицию. Ну что ж. Счастливо, так сказать, отдохнуть. На подведомственной мне территории. Опа, опа. Ух ты, антенной за дырочку зацепился. Да, ага. Да, понял, и еду. Да, ну что ж, вот и билет нашелся. Я говорю, счастливо вам отдохнуть. Вот, я бы присоединился, но я не по этим делам. По последнюю неделю, как, к сожалению. Не переживай, Кеша. Можно сейчас ручку холодильника вырвать, и мы с тобой спотены. Да, я потом должен чинить свой новый холодильник. А ничего, потянешь, Кеша. Ничего себе, сколько закуси, а ты молчал. Так. Значит, их было двое, да? Да, двое. Один такой красивый, носик такой аккуратненький, в военной форме. А другая девка наглая, такая неприятная. Мы фоторобот-то потом обязательно составим. А сейчас вы мне пока выигрыш дайте. Билет-то, к счастью, выяснилось, мой был, да. Ваш? Ну, вы хотя бы номер билета назовите. А вы мне дайте-то таблицу всех выигравших номеров, я свой-то сразу вспомню. О, вот этот вот как раз и мой. Не получается. По этому билету выигрыш еще вчера получили. Ну не этот, значит, следующий. Девочки, если что, кричите. Стыдно, товарищ милиционер. Очень стыдно. Я сейчас милицию настоящую вызову. Вот это да, помнят руки-то, а? Я ж раньше кузнецом был, да. Даже молот в руку не брал, ага. Кулаком кого? Кулаком, а? Ну что ты будешь-то? Что ты обиделся, что ли? Ой, сидишь что-то, а? Ну скажи спасибо, я ж тебе наручники распилил. Спасибо скажи, а? Не надо мне пилить наручники, мне мой билет нужен. Где мой билет? Понимаешь, Саш, я вот когда к тебе зашел тогда, смотрю, как ты ходишь, грустный, угрюмый, нос повесил, уши висят, здесь все болтает, бам-бам. Думаю, дай-ка тебя развеселю, хотел тебе пендель дать, да постеснялся. Думаю, дай-ка билет у тебя, ну ради шутки украду. Мне это чужого не надо, я у тебя билет. Тихо, иду, смотрю, Серега Пержо идет. Я говорю, на, ради шутки билет. Он взял билет, потом отдал его Оле, Кеша, Рите. А Рита, она захотела на твой билет выигрыш себе взять и пошла в сберкассу, да.
А я думаю, а что это я здесь сижу, блины кушаю с вареньем малиновым, клубничным, со сгущенкой всякой вкусной. Пойду-ка я прямо ее в этой в сберкассе накрою. И у нее весь выигрыш отберу. И тебе, конечно, Саш, отдам. Ты ж помнишь, мне чужого не надо. Я в сберкассу влетаю, лягаю, отдай билет. И вдруг кассирша что-то заподозрила. Не знаю, что она заподозрила. Может, я побрился плохо, вот. И ментов вызвал, и менты тут за мной с собаками на конях, с саблями. Ах, ах, ну ты знаешь, как я бегаю. Водопадами уходил, да. В общем, Таш, ну, ни билета, ни элиты, ни совести, ни кассирши. Вот такая вот ерунда, да. Вот так вот. Ты, Вася, ничего умнее придумать не мог? Честно? Да. Нет. Что-то! Получила выигрыш! Да если бы! Это Вася, дурак этот примитив! Прямо в кассе ко мне привязался! Давай, мол, выигрыш! Кассирша мне новый вызвала! Представляешь, пришлось линять! Это значит, Вася хотел присвоить себе весь выигрыш? Вначале себе, а потом и мне предложил с ним вступить в долю. Вот гад! Всех развел! О, Ритуя, помоги мне освободиться! Там у Кефы наверху лобзик есть. Принеси, пожалуйста. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы она за мной умчалась. За мною вслед лет. Рита, Ритуля, Ритуленька принесла мой выигрыш. Ритуленька, мамуленька. Присоединяйся к нашему накрытому холодильничку, пожалуйста. Да нет никакого выигрыша. Кеша, где лобзик? Мне Алюсика надо освободить. Лобзик в спальне. А, не освобождай эту изменщицу, не освобождай. Я не хочу, не хочу, не хочу. Так никто никому не изменял. Господи, это Задов тут комедию наломал, понимаешь? Всех перессорил, переругал. Я пойду. А почему она нас не распилила? Потому что мою пилу жалко. Спелись бабы, спелись. А что, здоровье? Мне же здоровье твое, думаю. Ну, так я и думал, в сборе. Прапорщик, хозяин притона. Здравствуйте. Эй, ты наш выигрыш получил? Не наш, а мой. Да, ты мой выигрыш получил? Получил. А чего тебе тогда от нас еще надо, а? Не получил, хотел получить. Вот, попросили назвать хотя бы номер билет. Я попробовал, не получилось. Ну, а откуда? Я номер-то в глаза не видел. У меня предложение это такое. Выигрышных билетов там не несколько. Завтра вы всей бандой идете в сберкассу. Вот, и каждый называет по одному номеру лотерейного билета. Глядишь, кто-то и попадет в выигрышный. А выигрыш мы поровну делим. А идет? А ты-то нам зачем, раз ты уже номер не угадал? Нет, все не так. Я обеспечиваю прикрытие, и, если надо, отход. Идет. Здравствуйте. Шутка. Девушка, мы бы хотели получить свой выигрыш на свой выигрышный билет. Давайте билет. А билет-то мы отдали вчера. Вот здесь тетка так сидела вместо вас, женщина. Наверное, Марине Геннадьевне. Вы знаете, мама ведь уволилась. Она вчера в лотерею много денег выиграла, выигрыш получила и уехала за границу. А вы возьмите еще билетов, их только сегодня привезли свежие. Вдруг вам опять повезет. Сейчас, нашла дурака. Хотя, дайте-ка мне, я с другом, вот, пару. Саша. Саша билет, шурум-бурум, на. Так-с. Пусто. Ха! Показалось. Опа! Наконец-то пусто. А у меня? Ничего.
Ничего, ничего. У меня тоже ничего. А ну-ка, Саня, покажи билет, а? А чего показывать, что пустых билетов не видели? Да ладно. Ну и покажи нам просто пустой билет. Ну там нет выигрыша. Люди! Я понял! Выигрыш! У него! У тебя выигрыш! Хватай его! Догоняй его, люди! Хватай, хватай! Дай ему, дай ему! Хватай его! У него билет! Алло, Марина Геннадьевна, Вася звонит. Деньги у вас? Да, Василий Петрович, деньги у меня. Ну что, называется, вылетаю. Нет таблицы выигрыша? Таблицы нет? Нет. Вот дела. Испугался меня. Маринка очень удачно позвонила моему Кефе. И что? Я никого не притащил. Клара сама. Я сама притащилась. Собственно, 800 километров на поезде тащилась, чтобы эту хуйню... Ну все, хватит. Я пошла. Ждите меня здесь. Да не расстраивайся, Василий. Поделим выигрыш, другую себе найдет.